Приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре. Вижу, что очень многие не уехали на дачу, решили посмотреть вебинар. Скажите, пожалуйста, я вот вижу, что с нами Сибирь, а кто еще с нами сегодня? Как меня слышно? Давайте проверим и проведем такой урок мини-географии, кто у нас сегодня присутствует. Так, Саратовская область, Уфа, Ленинградская область. Алтай, Пермский край, Самара, Беларусь, очень приятно, Мариэл, Черкесск, Челябинская область, Москва, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Златоуст, Стерлитамак, Украина, Кемерово, Томск, Рязань, Буденновск, Крым, Забайкалье, Нижегородская область, Иваново, Краснодар, Липецк, Брянск, Жуковский район Московской области, Оренбург, ЛНР, Ровеньки, Ижевск, Татарстан, Брянск, Тверь, Терек, Приморский край, вот так, Омск, Чувашия, Оренбург, Мордовия, Красноярск, так, Воронеж, у которого звук отличный. В Воронеже я буду в понедельник. Буду рад с вами встретиться. Посмотрите, пожалуйста, в разделе семинары всю подробную информацию. Чувашия, Рыбинск, Калуга, Салехард, Смоленская область, Ростовская область, Новошахтинск, Иркутская область, Краснодон, Димитровград, Шелехов. Так, хорошо, что меня слышите. Иркутская область, Североуральск, Татарстан, Тамбовская область. В Тамбовской области, в Тамбове будем 28 апреля. Тоже обратите внимание. Мариэл, Балаково, Ямало-Ненецкий округ и Ростовская автономная область, извините, Ямало-Ненецкая и Ростов-Ярославская область. Итак, давайте посмотрим. Очень приятно, что с нами, можно сказать, что вся Россия. Если у кого-то есть помехи, я видел в чате, либо плохо слышно, вы можете заморозить видео со мной на каком-нибудь удачном кадре. И, собственно говоря, будет отличный, хороший звук. Так, давайте посмотрим. Вот спрашивают, а когда в Краснодар? Когда пригласят и утвердят? Это такой сложный, длительный процесс. Итак, давайте с вами поговорим о развитии навыков говорения учащихся 5-9 классов, о нашей средней школе. И, собственно говоря, изначально, пока у нас подходят еще коллеги, да, кто-то с работы успевает. У меня есть к вам несколько вопросов, давайте их обсудим. Проведем такое мини-совещание. Какие вы видите трудности при обучении говорению на среднем этапе обучения? Итак, какие вы видите трудности при обучении говорению на среднем этапе обучения? Так, маленький запас слов, недостаток часов. У кого-то просто звук пропадает, заморозьте видео. Незнание лексики, недостаток лексического запаса, недостаток оборудования, усложнение структуры лексики, да, для них это, конечно же, трудный этап. Так, мало часов, нежелание учиться, большие группы, на самом деле большая группа, конечно, недостаток, но это решаемо. Переход одного учителя к другому, да, это тоже серьезная проблема. Боязнь говорить. Психологический фактор такой. Так, пропадает интерес, да, тоже такой психологический, педагогический фактор, который влияет. Слабая мотивация, ее отсутствие, языковой барьер. Дети вообще не умеют говорить, только смс-ки писать умеют. На этом тоже можно развить навыки говорения. Это от того, что они с ними дома не говорят, в школе мало учителя общаются. Так, отсутствие мотивации полное и огромный провал в знаниях. С этим тоже можно бороться. Незнание лексики. Так. Подсказал ребенок. Страх. Да, страх это и сюда же входит языковой барьер. Это, конечно же, очень серьезная проблема. Мотивация зависит от учителя, согласен, но и также и от учащегося. По-русски не знаю, что сказать, да, и в этом тоже есть проблема, когда голова, ну, так, в кавычках скажем, пустая. Не хотят даже пытаться. Да, но это тоже решаемо.
Вот, не видят перспективы в знаниях языка. Да, эта проблема присутствует. Тут надо им показать, конечно же, такие маячки, к которым нужно стремиться, почему им и английский язык очень важен. Вот, туда же не понимают, зачем нужен язык. Так, отсутствие языковой среды, мешающий фактор, конечно же, как, допустим, где-то во Франции, они просто отправляют на какое-то время в Англию, и английский язык прививается. Но на самом деле это не самое страшное. Так, у меня совершенно не учат слова, как бы я с этим не билась. Может быть, их не стоит... Вообще со словами штука такая. С одной стороны, вроде их бы и нужно учить. Вот прям учить, заучивать и об этом. А с другой стороны, и от того, что они их заучат, не всегда это переходит в активный словарный запас, а это остается просто в пассиве. Вот, поэтому, может быть, стоит чаще их применять и использовать в речи, тогда и запомнится. Так, все-таки сложности с выражением мысли по-русски, Динара Остапчук пишет. Да, и такое есть. Так, да, проблемой бывают родители, которым все равно, и они отрицательно относятся к изучению иностранного языка. Но в средней школе уже можно говорить с учащимися как со взрослыми и говорить о их мотивации. Так, мотивация на начальном этапе, тоже мнение родителей. Но родители тоже могут помочь, если они сами замотивированы. Низкий уровень развития, но для этого они приходят в школе, что школу, чтобы мы их развили. Так, в общем, ответов очень... вот, Алла Жилина, значит, скучно учим, коллеги. Ну, в принципе, иногда и такое присутствует. Давайте посмотрим на следующий вопрос. Что важно учитывать при обучении говорению в средней школе? Давайте посмотрим, что же важно учитывать при обучении говорению в средней школе. Особенности возраста, абсолютно согласен с Лидией Васильевной. Возраст, ну это опять-таки к особенности возраста, к интересу, личные особенности, конечно же, у нас индивидуально направленное обучение, посильность. Вот, интересны для возраста темы общения, конечно же, если им тема не интересна, то о чем тут можно будет говорить? Интересы учащихся, индивидуальные особенности, Так. Есть еще одна проблема, пишут, знают отдельные слова, построить предложение трудно, с этим тоже мы покажем, можно с этим бороться. Так, тема общения и особенности возраста в основном пишут. Практическое применение в ситуациях. Посмотрим и такие упражнения, которые очень практически направлены. Возраст, интересы и психологические типы. Абсолютно верно. Давайте тогда перейдем к третьему вопросу. Пользуетесь ли вы возможностями обучающих компьютерных программ при обучении говорению и вообще возможностями интернет-технологий и компьютерных технологий? Все пишут да. Так, раньше здорово помогали лингофонные кабинеты, трудновато без них, но сейчас есть другие средства. Кто-то пишет нет, кто-то пишет да, в основном все пишут да. Пишет да, но редко Мария. К сожалению, нет, но, видимо, значит, хочется использовать только аудио. Ну, на самом деле, мы сегодня с вами посмотрим, можно применять и обучающие компьютерные программы. Сегодня проблема гаджеты и отцы-дети. Так, всегда даже у слабых на ура проходит. Безусловно. Ну, конечно, иногда приходится приносить, я тоже носил свой ноутбук. Так, ну, конечно, и бывает такое, что, что где-то не могут купить интерактивную доску, но проектор и колонки ее заменяют, а где-то приходится носить, конечно, свое оборудование, а где-то оно и может подвести. Итак, давайте посмотрим все-таки теперь уже, да, когда мы с вами обсудили круг проблем, как же их решать и как же обучать и развивать навыки говорения в средней школе, да, в пятых-девятых классах. Давайте посмотрим на задачи обучения говорению в пятых-девятых классах. Конечно же, идет дальнейшее развитие навыков общения, потому что первые навыки базовые мы заложили в начальной школе, либо заложили их наши коллеги. Если их не заложили, то, соответственно, нужно очень быстро наверстать, собственно говоря, эти недостающие навыки. Но в первую очередь, конечно же, мы развиваем уже навыки общения, а не обучаем с нуля.
Увеличение активного словарного запаса. Конечно же, тоже это важно, поскольку какие-то основные грамматические структуры в начальной школе уже даны. А те времена, которые мы чаще всего применяем, те обороты, и поэтому в первую очередь это активный словарный запас, именно активный словарный запас, а не пассивный. Возможно, в пассивном словарном запасе в начальной школе слов было достаточно много, но они не перешли в активный. Вот чтобы эти слова и новые слова перешли, мы работаем на увеличение этого активного словарного запаса. Развитие умений спонтанной речи тоже очень важно для того, чтобы учащиеся могли спокойно говорить, умели это делать. Это тоже очень важно, чтобы речь именно была спонтанной и естественной. Так, развитие умения строить высказывания логически. Сейчас отвечу на технический вопрос. Почему перестали приходить ссылки на участие в вебинаре на электронную почту? Наталья Алексеевна, напишите свой электронный адрес еще раз на connect@englishteachers.ru, и вас внесут в базу, и все будет вам приходить. Вот, потому что рассылки мы эти делаем. Итак, давайте посмотрим на развитие умения строить высказывания логически. Развитие умения строить высказывания логически. Итак, собственно говоря, это тоже очень важно, чтобы в рассказе, особенно если это монолог, было вступление, содержательная часть и заключение. Если диалог, чтобы нить диалога не уходила совсем не в ту степь, когда один про Фому, другой про Ерему. Этому мы тоже учим именно в 5-9 классах. Развитие умения поддержать обсуждаемую тему. То есть, чтобы учащийся знал, какой нужно вопрос задать, чтобы развивать дальше эту тему, что нужно ответить, чтобы опять-таки ее развивать, что нужно говорить достаточно развернутыми предложениями. Именно этому мы учим в средней школе. Итак, какие же основные трудности при обучении говорения у нас возникают? Часть из них мы с вами сегодня озвучили. Ученики стесняются говорить на иностранном языке, боятся сделать ошибки, подвергнуться критике. И тут как раз две проблемы. Это языковой барьер и вот именно, именно критика. С этим можно бороться, об этом я скажу на следующем слайде. Пока скажу только, что есть еще присутствует критика самого класса, самой группы, и это надо очень четко убирать, запрещать критиковать своих одноклассников и ругать их. Тогда вот этот стеснительный барьер пропадет. Как бороться с языковым барьером на следующем слайде. Учащийся не всегда понимает речевую задачу. Это тоже очень важно, и, собственно говоря, если им непонятна речевая задача, либо вы думаете, что она непонятна, объясните, подскажите, дайте какие-то опоры, приведите пример, разыграйте, возможно, если, например, диалог с каким-то из сильных учеников, его, чтобы показать пути решения данной задачи. Учащихся не хватает языковых и речевых средств для решения поставленной задачи. Такое тоже время от времени присутствует. Что с этим можно сделать? Опять-таки, расширять лексический словарный запас, вводить его в активную речь, учить учащихся использовать речевые клише, может быть, добавлять какие-то дополнительные, которые используются в речи. Тогда я думаю, что с этим проблем не будет. Учащиеся не вовлекаются в коллективное обсуждение предмета урока по тем или иным причинам. Для этого существует у нас УМК, в которых темы максимально подобраны, животрепещущие, именно под тем углом и ракурсом рассматриваются, чтобы это было интересно, собственно говоря, вашим учащимся. Учащиеся не удерживают необходимое количество и продолжительность общения на иностранном языке. Опять-таки для этого мы постепенно учим наших учащихся говорить более развернутыми предложениями, предлагаем им пополнить свой активный словарный запас, показываем, как это можно сделать, может быть, показать, что вот в этом предложении ты мог еще сказать вот это, для тебя это было бы достаточно просто. Собственно говоря, тогда все получится. Итак, каким может быть решение вот этих всех задач? Поправлять ошибки в конце диалога или монолога или полилога. То есть, когда вы записываете, какие ошибки были, предлагаете потом вместе посмотреть и исправить. Так, вот интересный вопрос. Дети сказали мальчику не приходить на открытый урок, так как он плохо знает английский. Учитель их поддержала. Она адекватна.
По поводу ее адекватности или неадекватности не мне судить, но я думаю, что это, конечно же, не показатель. Но я думаю, что дети хотели, чтобы учитель хорошо прошел этот открытый урок. А, собственно говоря, ну, не приходить, конечно же, это не совсем правильное решение. У него есть урок, но он должен на него прийти. Так, давайте, вот, правильно пишут, не педагогично, это точно. Так, Владимир, прошу вас выкладывать отчет по вебинарам на вашем сайте. Что вы имеете под этим в виду? Презентация и видеозапись у нас выкладываются в течение следующего дня. Итак, давайте посмотрим. Ну, да, в нашем случае в понедельник. Что еще можно? Ставить ясные задачи, давать точное пояснение к ним. То есть, чтобы была ясна цель, чтобы пояснения помогали, собственно говоря, решить все задачи учащемуся. Вот тоже можно с этим работать. Показывать речевые клише, как их грамматично использовать в речи. Какие-то вводные слова, какие-то решения. Тоже это возможно. Темы для обсуждения должны быть актуальными, интересными для данной возрастной группы. Опять-таки, чтобы эти темы, конечно же, подходили, но для этого у нас есть учебно-методический комплект. Вот пишет, я задачи всегда говорю на русском. Возможно, уже в 9-8 классе можно иногда и на английском, но дублировать на русском, это, конечно же, часто является очень верным и правильным решением. Итак, расширять активный лексический запас и так далее. Но про активный лексический запас мы уже много говорили, еще поговорим. Итак, какая же система обучения говорению у нас присутствует в УМК, и начнем с happyenglish.ru. Используется путь от языка к речи. Опора идет на родной язык с последним уменьшением доли использования родного языка, то, о чем я как раз только что говорил. Посильность, поэтапность формирования навыков идет, то есть все время идет плавное развитие событий и повышение сложности. Конечно же, наглядность. Для этого существует очень много иллюстраций, дополнительных материалов, таких, например, обучающих компьютерных программ или рабочая тетрадь. Многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей. Опять-таки, чем больше повторяем, тем лучше запоминаем, но эти упражнения, и в happyenglish.ru именно так все и сделано, даются под разным углом, то есть это фактически новые задания на одну и ту же тему. Проблемные задания репродуктивного характера, когда нужно решить какую-то поставленную проблемную задачу. Давайте посмотрим на примерах. HappyEnglish.ru для 5 класса на 104 и 105 странице можно найти тему Find your way of the airport. Данная тема про то, как себя вести в аэропорту, как в нем не потеряться, современный аэропорт, особенно в Москве, да и в регионах вот бываю, вроде аэропорт небольшой, а что-то найти бывает сложно, и поэтому, конечно же, особенно из-за границы, нужно разобраться с этим и понять, что какие таблички обозначают, как спросить что-то. Для этого, собственно говоря, эта тема в учебнике и создана. И вот, пожалуйста, у нас идет второе упражнение, где нужно перевести. Найдите соответствие между указателями и действиями и переведите выражение на русский язык. То есть мы как раз работаем с указателями. После этого нам в третьем упражнении нужно ответить на вопросы. Вопросы, как вы видите, созданы именно как раз по теме, да, по теме аэропорта, и получается целый монологический рассказ. Либо это будет диалог, в котором один ученик будет задавать вопросы, потом другой ученик будет отвечать. Итак, давайте посмотрим дальше. HappyEnglish.ru для 6 класса. Вот пишет, прекрасная тема для практического использования при поездке за границу. Конечно же, опять-таки, вы своим учащимся можете сказать, что эта тема животрепещущая, вам очень нужная, и она очень практичная. Собственно говоря, это вот основное. Итак, в happyenglish.ru для 6 класса можно найти вот такое упражнение на странице 168. В парах задайте вопросы, ответьте на них, и для того, чтобы выяснить информацию. What does your friend's mother look like? What does she look like? What does your friend's father look like? What does he look like? Who does your friend look like?
Да, то есть ответить вот на такие вопросы дается модель, соответственно, речевая задача, скорее всего, будет ясна, все будет понятно. И тогда, собственно говоря, с этим заданием учащийся с удовольствием и спокойно справится. Итак, как я говорил, мы все время возвращаемся к каким-то темам заново. И как вы видите, эту тему, да, про то, как куда пройти, изучают обычно в пятых-шестых классах, и она в happyenglish.ru там есть. В девятом классе мы снова к ней возвращаемся, потому что она тоже имеет большой практический потенциал, поскольку всегда нужно выяснить, куда нужно пойти. И поэтому давайте посмотрим вот на такое упражнение, которое здесь присутствует на 23 странице. Это я вам показал, что даются слова и словосочетания, которые помогут облегчить работу с данным упражнением. В самом задании мы можем увидеть вот такую формулировку. Посмотрите, пожалуйста, на карту и найдите Пятую авеню на Бродвее. И, собственно говоря, выясните, как дойти до Центрального парка. Сколько улиц пересекают Центральный парк. Для того, чтобы на это ответить, у нас есть... Сейчас, секунду, не туда листанул. Conversation Bricks, которые помогают нам решить эту задачу. Поэтому, собственно говоря, это упражнение достаточно легко выполнить. Они вспоминают эту лексику. И, собственно говоря, намного проще выполнять. Так, вот я вижу, что вы в чате обсуждаете проблему готовых домашних заданий. Поверьте, на обучающей компьютерной программы и очень часто и на рабочей тетради готовых домашних заданий никем не выпущено. Да и выпустить сложно, поскольку есть как минимум 5 предъявлений. Поэтому для таких проверок можно использовать именно упражнения за рабочей тетради, либо из обучающей компьютерной программы. Итак. Система обучения говорению в Enjoy English. Давайте посмотрим, как здесь все это построено. Есть своя авторская концепция. Итак, процесс обучения говорению сбалансирован и взаимосвязан с другими видами речевой деятельности. Дальше. Прослушивание и имитация готовых образцов идет. Каждый урок у нас начинается с аудирования. И все взаимосвязано, то есть аудирование с говорением, с чтением, и говорение с чтением, с аудированием, грамматика, конечно же. И присутствуют игровые технологии, они включены в курс. Составление монолога идет по образцу. Описание, повествование, характеристика идет. Конечно же, присутствует много упражнений на них, и мы с вами их увидим. И, конечно же, идут комментарии. Давайте посмотрим. В пятом классе мы можем увидеть на 15 странице в Enjoy English вот такое задание. Say what you liked best of all on the first day at school this year. Compare it with your first day at school 5 years ago. То есть нам нужно сравнить 1 сентября в этом году в пятом классе и 1 сентября в первом классе. И, собственно говоря, это очень важно, поскольку в пятом классе учащиеся говорят: о, какие мы уже умудренные опытом, взрослые, мы в средней школе. Да, а помните, как было 1 сентября? Такие фразы можно услышать в первые дни обучения, работы в пятом классе. И, собственно говоря, поэтому есть такое упражнение, которое будет для них актуально. Даются словосочетания и слова, которые помогут им высказаться по данной теме. Очень хорошее упражнение на монологическое высказывание. В шестом классе можно увидеть на 15 странице 26 упражнение, в котором нужно сказать о своих разочарованиях либо успехах, да, за и против о путешествиях на велосипеде. И хотелось ли бы, собственно говоря, вашим учащимся принять участие в таком путешествии. Опять-таки, 5, 6, 7 класс – это еще огромная любовь к велосипедам, поэтому об этом можно интересно поговорить, даются словосочетания, которые помогают с этим разобраться, поэтому это все очень интересно, и с этим можно работать. В New Millennium English можно найти вот такую систему, да, которая, собственно говоря, авторами придумана и разработана. Идет введение лексики через контекст.
Идет использование песен, рифмовок для введения структуры и формирования фонетических навыков. Конечно же, включены игры для тренировки лексики и структур. Идет изготовление поделок, но это в целом, наверное, класса до 6, больше в начальной школе миля. Идет персонализация обучения и так далее. Давайте посмотрим. New Millennium. Так, вот интересный вопрос. Есть ли различия между уроками развития навыков фонологической речи и совершенствования навыков говорения? Коллеги, вот давайте подумаем, что на этот вопрос можно ответить. Потому что вопрос на самом деле интересный, и я на него окончательного ответа для себя не нашел. Потому что это формулировки, которые используются для написания, в первую очередь, конспекта. Давайте поможем Елене ответить на этот вопрос, а потом пойдем дальше по презентации. Так, ну хорошо, я думаю, если напишут, то мы с удовольствием зачитаем. Так, первое в начале изучения, а второе, когда постарше дети. То есть, соответственно, если я правильно понимаю, то это 5-6 класс развития, а потом совершенствование. Да, ну, говорение, конечно, может быть в диалоге, может быть и развитие диалогической речи, и совершенствование диалогической речи. Ага, развитие, даем клише речевые, совершенствуем их по заданной теме. Вот, пожалуйста, да, то есть развитие – это первый этап, когда мы познаем, а совершенствование – это второй. Ага. Спасибо большое за ответ, очень интересно. Ну, это все и у нас идет от ВГОС, это от рабочих программ. Давайте посмотрим пока что дальше, что же у нас есть. Итак, New Millennium English для 6 класса на 70-й странице. Давайте посмотрим вот такое упражнение. Номер 2. Say what you and your friend both like, both have, can both do well. То есть, опять-таки, посмотреть, что же, в чем же вы со своим другом похожи, что у вас есть общего. И что вы можете оба делать хорошо, да, поскольку все хотят услышать про друг друга, кто-то хочет услышать про своего одноклассника, слушать будут внимательно, и учащийся будет стараться ответить как можно лучше и правильнее. Опять-таки дается пример, даются грамматические структуры, которые могут помочь, все это есть. В 8 классе на 77 странице можно встретить вот такое упражнение. Cover the picture and the story in pairs. Ask and answer the questions. Да, даются картинки, есть истории, нужно спросить и ответить на вопросы. Даются примеры, дается информация, которая нужна, чтобы была выяснена, дается картинка. То есть в комплексе очень легко это все изучать. Итак, какие же у нас формы говорения? Мы сейчас в чате уже об этом немножко поговорили. У нас присутствует, в первую очередь, это монологическая речь, конечно же, диалогическая речь, и также у нас полилогическая речь тоже присутствует. И, собственно говоря, давайте посмотрим, в чем особенности каждой из этих форм речи. Итак, особенности монологической речи. Вырабатываются языковые автоматизмы, конечно же. Также проходит обучение отбору языковых средств соответствующей цели коммуникации. То есть, если у нас идет на научную тему речь, мы должны подобрать какую-то более научную лексику, да, более такую официальную. Если у нас идет монолог как общение с другом, да, какое-то пояснение, то уже можно более к разговорному жанру переходить. Направлено на развитие умения инициативной речи. Сознание говорящего концентрируется на содержании высказывания. То есть, если в диалоге самое главное отреагировать на коммуникативную реакцию, то, собственно говоря, в монологической речи самое главное, чтобы была сильная содержательная сторона. Давайте посмотрим, например, монологическая речь, как все это изучается в учебниках. Первый пример будет из English для 8 класса. Вот у нас есть такое упражнение под номером 9. Say what you would like to improve in your town or village. Даются опять-таки слова и словосочетания, которые помогают. И, собственно говоря, с этим заданием очень интересно можно справиться. Я вижу, в чате пишут про обучение в сотрудничестве и работу в группах. Мы об этом тоже сегодня с вами поговорим.
И работа в парах, это тоже можно как рассматривать как обучение в сотрудничестве. Это тоже нам все помогает. И давайте в дальнейшем мы с вами посмотрим, как это работает. Итак, happyenglish.ru для 5 класса мы можем встретить на 109 странице вот такое упражнение под номером 3. Опять-таки, помните, мы с вами вначале говорили уже о примере про тему аэропорт. В данном случае она будет развиваться дальше. Итак, you must meet a stranger at the airport. How are you going to recognize him or her? Give you ideas. Да, то есть, опять-таки, идет ситуация, да, предлагается, да, что вы встретились с незнакомцем в аэропорте, как с ним нужно пообщаться, что на эту тему можно предложить. Можно попробовать даже, если есть время, поговорить о том, как бы это все происходило, попробовать разыграть. В общем, очень интересное, объемное упражнение, в котором есть масса возможностей. Какие еще особенности диалогической, это мы с вами поговорили про монологическую речь, теперь давайте поговорим про особенности диалогической речи. Конечно же, это будет устная форма общения. Будет присутствовать краткость, поскольку иностранцы очень часто сокращают какие-то слова, мы тоже ее сокращаем. Спонтанность, неожиданность, то есть где-то может обрываться фраза, самое главное, чтобы в итоге была логика общения. Экспрессивность, использование разговорных формул и клише, какая-то жестикуляция может присутствовать, выражение мимики, это все тоже свойственно диалогической речи. Свободно от строгих норм речи синтаксическое оформление высказывания, что тоже очень важно. Да, то есть, опять-таки, если в данном случае у нас учащиеся будут где-то что-то немножко ошибаться, это допустимо, поскольку иностранцы ошибаются, либо где-то что-то они будут сокращать, с грамматической точки зрения строить неправильно, это тоже не страшно, это все выправляется уже для тех, кто у нас идет на экзамен по английскому языку, там в 9 классе, во второй половине 8, мы это все с вами чистим. Угу. Итак. А в Newmillion English для 9 класса мы можем увидеть на 75 странице задание под номером 7. Make up and act out a possible conversation between a reservation clerk and a hotel guest. Да, то есть это тоже работает. Опять-таки, в данном случае мы с вами видим примерно ролевую игру в виде диалога. Собственно говоря, очень интересный такой пример, поскольку ситуация опять-таки жизненная. Девятиклассники эту ситуацию осознают, тема интересна, с удовольствием ее разыграют. Тем более, что опять-таки подсказки есть, поскольку есть план того, как это все должно, по какому плану проходить. В 8 классе в Enjoy English можно встретить еще один пример, буквально на первых страницах в Unity 1. Второе задание. Нужно поработать в парах и обсудить, почему люди говорят о погоде так часто, и предложить свои собственные идеи. Опять-таки, тема очень интересная, тему можно и иронизировать, добавить такую изюминку. Есть слова и словосочетания, которые помогают в работе. Все это очень хорошо должно работать. Давайте посмотрим на особенности пологической речи, поскольку не все еще они знают, да, но я думаю, что мы с вами уже очень хорошо знакомы с этим, но тем не менее, что можно предложить. Они включают в себя элементы монолога и диалога, да, то есть монологическая речь – это самостоятельная часть высказывания, когда мы защищаем, например, свою позицию, мы это используем пологическую речь в дискуссии. Обучаем ею. А диалогическая речь, когда идет какой-то спор, допустим, либо часть спора, либо идет общение, выяснение каких-то обстоятельств. То есть она включает в себя и монологическую, и диалогическую речь, требует высокую концентрацию внимания, поскольку нужно уследить за тем, как идет разговор, в какую сторону он углубляется, когда нужно самому выступить, когда нужно отреагировать и на чью конкретно реплику. В учебных ситуациях максимально приближены к реальной жизни, поскольку при такой концентрации внимания идет отвлечение от того, что вы находитесь в классе, что есть учитель, оценка. На это просто нет времени, чтобы об этом думать. Приносит спонтанность в речь.
Да, то есть, соответственно, речь становится более свободной, никогда не знаешь, в какую сторону пойдет этот разговор, поэтому возникает, конечно же, спонтанность, и тут уже сложно продумать. Это все очень хорошо, например, готовит к экзаменам. В нашем случае, если мы говорим про 5-9 класс, это будет ОГЭ. Очень важно показать в диалогической речи и в полилогической речи вариативность ответов. Пожалуйста. На фразу «I like this book very much» могут быть различные варианты ответов. Например, «So do I», и, соответственно, мы можем продолжить дальше этот как-то разговор, рассказать, почему она нам нравится, если со стороны отвечающего, либо спросить, что тебя больше всего заинтересовало. И очень хороший вариант для поддержания дальнейшей беседы будет «What is it about?» То есть то, что о чем она, то есть, соответственно, мы переводим снова на первого собеседника, мы предлагаем ему ответить на данный вопрос, поддерживаем беседу, и спорный ответ «and I don't». Почему спорный? Потому что в данном случае, скорее всего, общение будет прекращено. Если ему нужно прекратить, то стоит так ответить. Если нет, то, наверное, нужно выбрать какой-то другой вариант ответа, либо первый собеседник должен будет вам сказать, расскажи, почему же не нравится, собственно говоря, эта книга. Что же ты в ней такого нашел, и продолжить беседу так. Самое главное показать, что вариантов ответов очень много, и что об этом надо помнить, и это надо уметь делать. Давайте посмотрим на примеры полилогической речи в happyenglish.ru для 9 класса. На 153 странице можно найти вот такое задание под номером 12. Working groups discuss the following. What do you think about success and fame? Are they a guarantee of happiness? Would you like to be famous? Report your conclusions to the class. Очень интересное упражнение, поскольку тема успеха и знаменитости очень многих трогает до глубины души. У нас все хотят стать либо певцами, либо танцорами. Опять-таки, интересный вопрос, будет ли это гарантировать успех, да, и счастье, тоже интересно. И хотелось ли бы кому-то из класса стать знаменитым, и, соответственно, почему. То есть есть много вопросов для обсуждения, вопросы жизненные, животрепещущие для девятиклассников, поэтому они, я думаю, с удовольствием на эту тему пообщаются. На 30 странице New Millennium English для 8 класса можно найти, собственно говоря, в 8 классе, где показано в первую очередь, давайте посмотрим, задание 4. А в котором показано и, собственно говоря, предлагается заполнить mind map, в которой нужно поставить, какие выражения будут отвечать на making suggestions, agreeing or disagreeing, showing doubt, getting some time to think. Да, то есть нужно попробовать заполнить эту mind map, собственно говоря, для того, чтобы расширить ответы по той или иной тематике, именно показывает вариативность ответов и реплик по той или иной теме. И теперь давайте посмотрим, как это закрепляется. В следующем упражнении 4B нужно в группах из 3 или 4 человек выбрать подарок для одного из своих одноклассников. Даются, опять-таки, лингвистические подсказки, языковые такие. Нужно действовать по плану и потом рассказать об этом остальной части класса. То есть тут идет выход на монологическую речь. Задание очень интересное, очень хорошо отрабатывает вот эту вариативность различных ответов. Поэтому это очень-очень интересно. Итак, какие же приемы обучения говорению можно выделить? Вот я смотрю, вы в чате уже выделили упражнение на развитие речи ступеньки. Честно говоря, с ним мало знаком. С удовольствием посмотрю, может быть, потом в дальнейших вебинарах расскажу об этом. А пока давайте посмотрим на самые-самые основные. Конечно же, у нас идет описание человека, картинки, сравнения. Найти отличия. Тоже такой популярный блок заданий. Ролевые игры присутствуют. Имитационные модели. Информационный пробел, когда дается начало либо конец истории, а нужно ее допридумывать. На этом построено, собственно говоря, целое направление в литературе фанфикшн.
которые это направление выдают различного рода книги, какие-то очень хорошие, какие-то наоборот очень грустные. А также используется мозговой штурм, и очень много на эту тему упражнений. Рассказывание историй, интервью, тоже интересный вариант. Завершение истории, когда дается начало. Рассказ по картинкам, дискуссии. И прием горячий стул, мы о нем не так давно говорили, когда сажается один ученик на стул перед всем классом, а другие учащиеся задают, как была очень давно такая передача «Акула-пера», ему задаются такие всякие каверзные вопросы. Например, можно его изобразить в виде какой-то знаменитости. Очень такое полезное задание, которое можно применять. Вот пишут дебаты. Дебаты это можно отнести также и к дискуссиям в практически синонимы. Ага. А, вот, понял. Значит, что же такое ступеньки? Это как сноубол. Первый говорит a girl, второй a small girl, третий a small nice girl. Четвертый может добавить глагол. Собственно говоря, очень интересный такой тоже прием. Это, видимо, пришло из вожатства, да, где мы играли в снежный ком. Развивает как фонетические навыки, так и навыки говорения, потому что нужно добавить какое-то слово. Очень интересный прием. Спасибо большое, Вере Александровне. Можно использовать на фонетической зарядке, либо как разминку. Ага. Так, давайте посмотрим, собственно говоря, на некоторые из этих приемов и как они применяются в учебнике, как их можно реализовать, и они реализуются в заданиях. Итак, happyenglish.ru в пятом классе можно найти вот такое задание. Давайте с вами посмотрим. Поработайте в группах из 3 или 4 человек. Значит, вам будет предложена картинка одним из ваших одноклассников. Подготовка этой картинки входила в домашнее задание. Ваши одноклассники будут иметь 5 минут, да, у них для этого 5 минут на подготовку, для того, чтобы задать вам вопросы о человеке на данной картинке. Ответьте на их вопросы. Да, то есть такой интересный вариант. Вот, собственно говоря, и прием горячего стула может быть и с картинкой, да, когда вы представляете какого-то знаменитого человека на картинке, вам задают вопросы, это и есть прием горячий стул. Очень хорошо, который применяется. Можно найти вот такое задание в happyenglish.ru для 8 класса. Сейчас увеличу, чтобы было видно. На день Святого Валентина мистер Грэмс только открыл дверь в комнате. Посмотрел на картинку, посмотрите на картинку и скажите, что же произошло. Да? То есть идет работа с картинки, идет описание. Поскольку картинка очень жизненная, такая животрепещущая, реальная история, что учитель ушел на одну минуту, в классе произошло целое сражение, исторический факт, и прошла аж целая жизнь. Вот, собственно говоря, об этом данная картинка, ее нужно описать, поскольку описывать есть много чего, может описывать как один ученик, могут описывать множество учеников. Опять-таки даются слова и словосочетания, которые можно использовать, можно использовать, посмотреть на модель, да, чтобы понять, как строить предложение. Очень интересное задание, я думаю, что ваш учащий с удовольствием его выполнит. Тоже можно добавить нотки юмора, поскольку 8 класс уже очень такие взрослые достаточно ребята. Итак, в New Millennium English для 6 класса можно увидеть вот такое упражнение на странице 70. You are film director. You need actors to play the roles of two brothers or sisters in your new film. Choose the actors from your classmates. Prove that they are alike. И дается пример. Дается пример, в котором показано, как об этом всем говорить. Очень интересное такое задание, в котором нужно рассказать, почему вы выбрали именно их, почему они могут быть родственниками, почему они похожи. Поскольку, опять-таки, это интересная тема, все любят прослушать про себя, либо послушать про других. И поэтому я думаю, что это задание будет с удовольствием выполнено. Опять-таки, приобретает оно форму ролевой игры, поскольку тот, кто говорит у нас, выступает в роли режиссера. Вот.
И, собственно говоря, очень хорошо его можно выполнить. Кстати, обратите внимание, с нами сегодня в чате Клара Исаковна Кауфман, которая тоже дает свои авторские комментарии, поскольку лучше автора никто свой учебник не знает. Обращайте на них внимание. Она говорит, что в предыдущем упражнении это практическое применение Present Perfect Progressive в happyenglish.ru для 8 класса. Итак, давайте посмотрим дальше, какие у нас еще есть примеры. В New Millennium English для 8 класса мы можем увидеть на 42 странице вот такой пример. На говорение в группах из 3 или 4 человек нужно, следуя следующей инструкции, выяснить и презентовать результаты классу. Да, что же нужно выяснить? Use the plan. Значит, нужно использовать план и организовать свое сообщение. Да, есть три утверждения, которые, собственно говоря, нужно, в которых нужно разобраться. Первое утверждение. People are what they wear. Clothes never tell the truth. The right choice of the clothes helps a lot. Вот, собственно говоря, три утверждения. Тема, опять-таки, животрепещущая, поэтому учащийся с удовольствием на нее попробует подискутировать, и потом точно расскажет очень интересные такие сообщения классу, то есть от диалогической речи в виде полилога, форме дискуссии мы переходим к монологической. И с удовольствием можно будет рассказать классу о своих результатах. Итак, в Enjoy English для 6 класса мы можем увидеть на странице 146 вот такое упражнение, которое будет являться и мозговым штурмом, и, собственно говоря, показать вариативность тех слов и выражений, которые можно высказать по одному и тому же вопросу. В данном случае нужно заполнить mind map на тему What a world. Даются примеры, их можно дополнить. Элемент мозгового штурма будет присутствовать в том, что нужно пояснить, это говорится в задании, почему эти слова или словосочетания будут относиться к теме «водный мир». А мы с вами давайте посмотрим дальше. Например, из happyenglish.ru для 8 класса, где в домашнем задании тоже тренируются навыки говорения. Что же нас в данном случае интересует? Упражнение B. Be ready to talk about a Russian newspaper. Use the questions as a plan. Нужно рассказать, собственно говоря, о российской газете и использовать план. Если им нравятся журналы, я думаю, что будет уместно, чтобы они поговорили о журналах, рассказали о нем по плану, ответили на данные вопросы. Если их интересует какая-то желтая пресса, пускай рассказывают про желтую прессу. Ну и, конечно же, если интересуют серьезные газеты, они уже взрослые, то пускай расскажут, конечно же, о них. Тема, опять-таки, интересная. Есть план, который помогает поработать с данным заданием. Можно подготовить очень интересное сообщение. Итак, давайте посмотрим дальше. Дальше у нас с вами идет, собственно говоря, да, мы с вами посмотрели на примеры, на приемы, на концепции обучения говорения. Давайте посмотрим, что же нам могут дать обучающие компьютерные программы. И что, в чем они нам помогают? Они помогают научить логично строить речь, вызывают интерес у обучающихся, расширяют возможности учебника за счет большой базы предъявления упражнений. Можно с интересом выполнять несколько раз на одном уроке одно и то же упражнение, опять-таки за счет большой базы предъявления. Итак, давайте посмотрим с вами на примеры. Первый пример будет из happyenglish.ru, обучающая компьютерная программа. Давайте посмотрим. В данном случае нужно поставить предложение в правильном порядке, чтобы получился правильный диалог. Подобные задания присутствуют во всех обучающих компьютерных программах, ко всем нашим учебникам. Итак, наш ученик расставляет по фразам в нужном порядке.
Соответственно, после того, как они расставили эти фразы, они получают ролик в подарок. Еще один пример из обучающих компьютерных программ на логическую речь. Давайте посмотрим. Я рад вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре. Вижу, что очень многие не уехали на дачу, решили посмотреть вебинар. Скажите, пожалуйста, я вот вижу, что с нами Сибирь, а кто еще с нами сегодня? Как меня слышно? Давайте проверим и проведем такой урок мини-географии. Кто у нас сегодня присутствует? Так, Саратовская область, Уфа, Ленинградская область. Алтай, Пермский край, Самара, Беларусь, очень приятно, Мариэл, Черкесск, Челябинская область, Москва, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Златоуст, Стерлитамак, Украина, Кемерово, Томск, Рязань, Буденновск, Крым, Забайкалье, Нижегородская область, Иваново, Краснодар, Липецк, Брянск, Жуковский район Московской области, Оренбург, ЛНР Ровеньки, Ижевск, Татарстан, Брянск, Тверь, Терек, Приморский край, вот так, Омск, Чувашия, Оренбург, Мордовия, Красноярск, так, Воронеж, у которого звук отличный. В Воронеже я буду в понедельник. Буду рад с вами встретиться. Посмотрите, пожалуйста, в разделе семинары всю подробную информацию. Чувашия, Рыбинск, Калуга, Салехард, Смоленская область, Ростовская область, Новошахтинск, Иркутская область, Краснодон, Димитровград, Шелехов. Так, хорошо, что меня слышите. Иркутская область, Североуральск, Татарстан, Тамбовская область. В Тамбовской области, в Тамбове будем 28 апреля. Тоже обратите внимание. Мариэл, Балаково, Ямало-Ненецкий округ и Ростовская автономная область, извините, Ямало-Ненецкая и Ростов-Ярославская область. Итак, давайте посмотрим. Очень приятно, что с нами, можно сказать, что вся Россия. Если у кого-то есть помехи, я видел в чате, либо плохо слышно, вы можете заморозить видео со мной на каком-нибудь удачном кадре. И, собственно говоря, будет отличный, хороший звук. Так, давайте посмотрим. Вот спрашивают, а когда в Краснодар? Когда пригласят и утвердят? Это такой сложный, длительный процесс. Итак, давайте с вами поговорим о развитии навыков говорения учащихся 5-9 классов, о нашей средней школе. И, собственно говоря, изначально, пока у нас подходят еще коллеги, да, кто-то с работы успевает. У меня есть к вам несколько вопросов, давайте их обсудим. Пройдем такое мини-совещание. Какие вы видите трудности при обучении говорению на среднем этапе обучения? Итак, какие вы видите трудности при обучении говорению на среднем этапе обучения? Так, маленький запас слов, недостаток часов, у кого-то просто звук пропадает, заморозьте видео. Незнание лексики, недостаток лексического запаса, недостаток оборудования, усложнение.